С Нового года медицинскую справку в школу или детский сад нужно предоставлять только если ребенок отсутствовал из-за болезни. Если пропуск связан, например, с семейными обстоятельствами, то подтверждение из поликлиники или больницы не нужно. Новое требование утверждено в СанПин. Ранее справка была необходима, если ребенок не посещал занятия более 2 дней. Это правило действовало с сентября 2020 года. До пандемии справку в садик нужно было предоставлять при пропуске свыше 5 дней. А в школу после болезни.